Арбакайте не стала скрывать, что сделали с ее матерью. Дочь Аллы Пугачевой Кристина Арбакайте впервые прокомментировала слухи, которые ходили в СМИ в последнее время о том, что она является биологической матерью детей Аллы Борисовны и Максима Галкина. Об этом певица написала на своей инстаграм-странице. Напомним, подобные слухи возникли не беспочвенно. Так Алла Борисовна утверждает, что Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать, были зачаты в пробирке при помощи биологического материала, взятого у Пугачевой и Галкина. Пугачева сказала, что заморозила свои яйцеклетки еще в 1999 году, когда ей было 46. Однако практика замораживания женского биологического материала появилась в Европе лишь в 2002 году. И лишь с 2010 замороженные яйцеклетки стали использовать при экстракорпоральном оплодотворении. Тем не менее, Кристина Арбакайте назвала эту информацию домыслами желтой прессы. Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая пресса превосходит себя. Всем хорошего вечера, прокомментировала певица.